Мы на этой выставке все вместе выбирали терминами, которыми это можно определить. То ли это примитивное искусство, то ли, как Семен предложил, грубое искусство, или это может быть квазидегенеративное искусство? Есть, конечно, во всех трех терминах что-то правильное. Я пытался привлечь каких-то людей к обсуждению субкультуры, да, то есть сказать, что это постпанк какой-нибудь, что-то хип-хоп, культура современная какая-то, которая пытается выйти из стрит-арта в галереи. Ну да, вот мы наблюдаем как раз то самое явление, когда некая субкультура пытается выйти в художественное пространство, занять свою нишу. На самом деле, конечно, это уличное искусство, которое, скорее всего, не спекулирует на каких-то интересных темах 20 века, а формирует что-то новое. Знаешь, это активный дебилизм, но он этим и интересен, это такое новое скоморошие. Тут Курпатова признали лжеученым года за термин «информационный псевдодебилизм». Может быть, это вот такой художественно-эстетический псевдодебилизм? Потому что публика, которая здесь собралась, она совсем не с улицы. Это люди как минимум обеспеченные, такие модные, поэтому поколение как раз нам неизвестно, а не знакомое, но часто бывает в этой галерее. Поэтому псевдо и квази – вот ключевые термины. Ну, наверное, и правильно. Видишь, Курпатов в тренде. Он в потоке, он в моменте, он модный. И вполне возможно, он-то как раз и транслирует эту часть. Только если он ее исследователь, такая надстройка, то здесь мы видим как раз ее глубинные части. Так что да, я думаю, здесь вот прям тему в точку. Я не знаю, как они разговаривают. Мне бы вот было интересно еще их послушать. Вот как у них устроен язык, какой у них словарный запас, какие у них есть словечки. Потому что мы придумываем терминологию, а они, может быть, все это называют каким-то очень простым и емким словом. Чтобы узнать это, нужно погрузиться уже не в суб, а субкультуру, на самое дно Уорхоловской банки. И тогда мы там на дне узнаем, как они говорят и мыслят. А как они видят, мы уже разобрались.